Да смотри, я же говорю, всем привет, дорогие друзья. Тонкун на хилере нормально. Там героев в принципе нет. Ну что, рандом фигня. Да там есть много героев, которые просто не попадают. Да, ну нет. Да, ну да. Я почти уверен, что мы почти всех героев видели. А можно героями обменяться? Фиг знает. Есть команда для обмена. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд. Продолжаем играть самые классные карты Warcraft 3. Сегодня у нас последние стражи. С вами голос Акаки и Владочка. Всем привет. Скорости амулет маны. Ведь он же мне нужен. Амулет маны, да, все верно. Я пойду наверх или налево. А кто со мной налево? Кто со мной налево? Какой-нибудь танк какой-нибудь. А ты кто? Я или Дан? Или... Не, Ильдан нафиг. Уйди. Ну ладно. Давай какого-нибудь Акакия вот можно. Алхимоза. Я просто с вампиризмом, ну ладно. Да ты потом будешь всех убивать, я тебя знаю. Акакий? Ну, с вампиризмом там. А ты с хилом стоишь уже. Не-не-не-не-не, иди сюда. Сункун идет. Он хилер. Кто нас танковать будет? Сункун, уходи. Давай ко мне. Так зачем? Сункун может тебя выхилить, ты сам танчил бы. Я не смогу танчить потом все время. Ты сможешь танчить под Сункуном? Нет. Сункун, здесь двое. Сункун, здесь двое. Иди на другой лайн. Сункун, давай ко мне. Да под престом даже сам... Так, бейтинцы луны обрушивают на врагов в указанной области небесную звезду, которая сталкивает их и улучшает на их секунд. Ага. Эйна получает возможность поражать сразу. Спасибо, что ты говоришь, когда я тебя перебиваю. Ой, извини. У нас три человека. Это три ближника на одной ванте. Это нормально. Айна получает возможность поражать сразу несколько противников одним броском чакром, которые последовательно скакивают от цели к цели. Каждый последовательно. Так, следующий значит процент урона от предыдущей. Всего цели X при активации снижает штраф урона с 40 до 20% на 8 секунд. Ночью атаки героя носят дополнительно разум. Паузы нет, кто тут слишком хитрый. Если он лагает, я могу его дропнуть. Мираж. Точнее, кикнуть. Миражик. Пишись, ты там цел, жив. Он, походу, да, стрелочки показывают, сколько людей нужно на линию послать. Да, у нас пацанин, он вылетел, походу, потому что уже 2 минуты прошло, он стоит на спавне. Давай кикну. Играем с семером в итоге? Ну, выходит. Он пока посылает. А стрелки считают, что у нас 8 все еще. Да, ну это первый волн нормально. У них будет перефарм. Да, главное, чтобы мы сейчас базу не слили перефармом таким. Нормально. Хочешь, мы туда пойдем? Свапнемся с ними. Пацаны, меняемся быстрее. Ладно, не успеем, 5 секунд осталось. Владосик сбежал сверху вниз, типа думая, что сверху не будет трое, а сверху стопудов будет трое. Сверхний, это первый лайн. Венсел создает магические потоки, повышающие ловкость и разум союзников на их скорость. Перемещение на... А что такое? Здесь всего лишь один пак идет. Да, походу у нас еще одного забрали. Я пошел пока наверх. А может нам с тобой свапнуться? Акакий. Класс. Чего? Я вот думаю, может мне одному стать на лай, хотя ладно. Так а у них там и так 2 милишника есть, куда им третьего-то? Ну и чё? Прикольно будет. Ну не знаю, не знаю. Я, скорее всего, брат лайн солью, конечно. Очень вероятно, но... Да у тебя алхимост, ты можешь танковать там вечно. Ну это я 3 скилла должен качать для этого, я качал первый для того, чтобы... Ну потом, значит, будешь нормально. 80 слотов — это магические потоки, повышающие ловкость. Так. Ну, скиллы вроде какие-то да есть. Так что нормально. Вроде что-то делаю. Вроде что-то наносят, да. Так. Потом надо, это вот первый скилл я качнул сейчас немножко, потом надо играть через второй и третий на самом деле. Я не боюсь. Блин, а если так подумать, я снова получаю только меньше фарма, чем вы. Блин, вообще обидно. Это если бы ты нас перефармлил, а так у тебя 100% фарм, понимаешь? Нет, смотри, у вас клипов идет 3 раза больше. Ну. Правильно? Ты получаешь золото за убитых, плюс за помощь в убийстве других. Так это у него забираются, мне кажется, не? А, думаешь так? Ну не знаю. Мне это кажется, там какая-то часть из этого должна забираться. Ну, пока мне нравится на этом лайне, тут все хорошо, тут Сункун из арти, я Сункун вроде как убиваю больше всех. Сункун хиль! Сункун хиль! Парни, там сильная волна.
Сункун, ты не хилишь, я что ли? Понял, никто не хочет тратить свои скиллы. Мне дают немножко по лицу, но вроде нормально, я хилим, понял. Все живем. Такова воля богини. Жаль. Хиляемся. А у нас хиллер есть, да, один. То есть дедок можно похилять, это уже хорошо. Так. Ну, а вопрос. Чертов скелет! Сункун, отойди, я... Сункун, отойди. Археолог, ты можешь нас хилять? Вот этот приколдесный, я уже 3 раза убил этого скелета, а он 3 раза воскрес. Чертов скелет, умри. Ачивка за ману, ага. Прикольно. Бонус ловкости разума, скорости боя, регенерация хп для Айна повышается. Фига, я, короче, ночью еще сильнее. Сункун, хиль! Дополнительный разум, ловкость, сила. Фига себе. Сункун, он хиль меня. Так, у меня есть хорошая новость и плохая. Давай, ну, волну я как бы отбиваю, конечно, а вот босс что-то этот с башами своими. Ну ты его хотя бы как-нибудь что... держи и потом. А, он меня убил. Mm. Он как появляется, он кидает стан на тебя и вызывает скелет у тебя толпой. То есть ты босса. А босс у тебя, то есть, такой же, прям как у нас. Да. Понятно. Блин, мне нравится мой герой. Лови. То есть он чисто дал мне стан, короче, и. Он опять это сделал, все, конец, мне сейчас я опять снова умру. Ой, кайфы, мне очень нравится уже. Ой, как я кайфую, надо. Да даже я танковал босса, что ты начинаешь? Так как танковать босса, у меня нет массовок, он просто меня зажимает так и убивает. Сейчас придем, поможем, что ты плачешь. А да, сейчас, когда меня убьют, спасибо, пацаны. Конечно. Как узнал. Это классно. Так, там теперь деду убивают. Дед, живи. Вот так отхилить, можно воевать дальше. Молитесь на рассвет. Вперед. О, снова толпа появилась. Бойтесь ночи. Воистину. Я не боюсь. Кункун, отхиль. Так, надо какого-то одного выцепить и убивать. Такова воля богини. Ну, чтобы они дедов наших не убивали. Ты нравится танковать босса? Парни, я готов помогать. Вот, давайте их в одно место, сейчас будем дамажить их-то. Они тут разные спавны, если они косанут, ух, будет весело. Тут да, тут ничего не скажешь. Опа, а вот спавны посыпались. Да, нормальные спавны, что ты начинаешь? Ну, нормально-то нормально, я не спорю. О, добил, нормально, парни, хорошо живем, мне нравится. Хорошая тима. Давай не крысь, Алекс. А я не крысь, я с автоатаки добил. Стой, ну это ж мой босс. Этого не добил. Ну что вы сделали, добили моего босса? Это босс там, Алекс. В смысле, Алекс, я добил своего босса, отстаньте. Стрим упал, Алекс. Сейчас я последнего добью, да? Это, кстати, прикольно. Сейчас воскрес, по идее. Это тоже не. Подождите, дайте медас куплю. Оп, съесть. Оп, съел, прекрасно. Заинкомил соточку, нормально. Ухожу. По идее, скрим уже воскрес. Но это не точно. Да, воскрес. Эх, люблю свой интернет. Просто обожаю. Так, что нам дальше надо? Дальше на Мидас. Амулет послушника, магические артефакты. Вот это вот. Это значит, у нас будет мана, это офигенно. Амулет маны, маска Соби. Я поклялась отомстить. Так, бонус ловкости разума ночью, урон от звезды увеличен с 50%, офигенно. Пока играем через первый скилл, сейчас его втроечку качаем, потом уходим в другие скиллы. У меня есть план, я буду по нему действовать. Потом уходим в третий, во второй целиком. Вытянется луны создает магические потоки, повышающие ловкость разума союзников на X, скорость перемещения на 25%, скорость боя на Y. Регенерация здоровья на Z. А как, если что, зови. Чтобы вы добили моего босса, спасибо, пацаны. Не, не босса, если нужно будет помощь именно. Так. Ну, короче, ты понял правильно, Акакев, добить-ка, она будет помочь, зови. Не добить, я понимаю, а если нужно будет помощь. Так, хилочка. Так. Что у нас тут ульта дает? Эйлун призывает лунное затмение, при этом она получает X ловкости, эффективность всех ее способностей сильно увеличивается. Длительность здесь 20 секунд.
Еще две поменьше, которые носят. Ага. Мидас, Мидас, ведьму. Парни, тут грейд. Давайте, это мой скилл, куда вы уходите? Нам драться с ним надо, наоборот. Вы, блин, уходите, этот баф мой. А вы хотите от него отойти. Это, конечно, да. Правильно, не стойте под его бафом, по-любому подстава. А, еще промахи на меня повесили. Я сейчас еще умру. Уходите. Спасибо. Нормально, парни, хилимся, живем, убиваем. Во, вообще изи. Правда, я без хилок абсолютно. Немножко печально. Ухожу. Пошли закупимся с хилочками. Я не боюсь. Все хотят хилочек. Так. Поторопись. Все, нормально, хилки есть. Оп, удар. Ищи. Нормально. Ну, танкуй Сунгун, же ты. Отходи, сдохнешь. Микрофон что-то у ладосика першит. А вот и ведьмы пришли. Ухожу. Убей неприятные. Мое ожидание завершилось. Полностью согласен, такие прям удушные. С этими промахами, тут хилами раскидываются. Сунгун, хиль. Ой, я, парни, помогаю. Помогаю добить как можно больше. Там у нас что-то этих бьют. Дедов бьют. Нет, уже не бьют. Уже не бьют, уже нормально. Сейчас нас что, деда археолога будут бить. Сункуну хилит, так что они не умирают. Не ману, парни, подождите, банку куплю. Вот банку купил нормально. Хильчик заходит. Ой, убежал от хила. Хило деда. Так, надо этих бить. Главное, чтобы нам этих не били. Стражей. Сункун сможешь отхилить? Лови. Так, я чуть нашего одного из дедов не начал бить. Не, на боссах я на баланс страдает прям сильно. Ну, есть такое. Ой-ой-ой, что-то боссы нас бьют. Хиляйте дедов. А чё ты у нас стоишь, Акаки? Что стою? Бью крипов я под башами, меня два босса бьют башами, что ты хочешь-то? Слабый. Понятно. Иди потанчь, да. иди потанчь давай, сильный. Я предметы собираю, отстань. Вот и все. Ай, маны не хватает. Но я добил, ничего страшного, парни, не переживайте. Красава, красава. Да я знаю, я такой. Автоатакой добил, я уточню. А то потом начнется у вас. Что я добиваю? Дурнилы, фу, таким быть. Иди сами в онлайн стойте. О, еще одного добил. Красава. Но я этого не добил. Жалко, жалко. Красава, пацаны, красавчик. У меня герой против массы, то есть я не могу там стоять стопудово. Знаешь, кого можешь туда поставить? Владосик, кто отдельно станет. Он иллюзионист, он прям идеально против такой шняги. А он вначале не прям, чтобы сильный. Ну, слушаю. Сейчас ты, а потом можете смениться, когда он станет сильнее. Так, а я там тоже один стоять не могу. Что почему? Ты же жирный, блин, ты же танкуешь. Ты против босса приходит, слетаешь. Приходит босс, изи меня убивает. Но босс всех убивает, как ты видишь. И мы в центре все деремся с боссами. А потом вы берете и убиваете всю волну. А последняя волна самая большая. Включая босса, вы тоже убиваете. Да, ну не. Всё, Акаки, не надо, не бесись, я ухожу туда. Всё. Да причем тут ухожу, не ухожу. Все, я здесь, Акаки. Отхильте, Сункун. Отхильте, да, я уже тут стою. А, у нас же босс все равно. Чего стоишь-то? Я ничего не купил. Ни хилок, ничего нет, ё-моё. Главное одолеть его. Главное, чтобы у нас хилер хорошо хилил. Дофига бабок. Это да. Это важно. Получим бабки? Будем выйти, я тут стою. Я не боюсь. Так, парни, медасик, оп. Хорошо, поехали. О, плюс 40 я получил, спасибо. Ну, кстати, интересный момент, этот. Крипов на бой 100% меньше.
Да. Ну, балансная карта. Может, боссы слабее? Боссы не слабее. Зато мы сильнее все. Проверено уже. Ищи. Мое ожидание завершилось. Так, тут спаун произошел. Так, у нас сейчас ночь, блин, сейчас ночь пройдет, и я буду слабее, парни. Вообще не в тайминг деремся. Я вообще, меня сильно смущает то, что мы дома не ломаем, они спамят из домов. Все, ну, видишь, сломали дома. Алекс, я тебя танкую, давай. Спасибо за 40. Да это не ты получаешь, это кто-то замедасил его. Да. Ну, и я получаю. Плюс. Нет. Нет. Ты не получаешь нифига. У меня теперь 40. Да ну не работает оно так. Вот смотри, оп, я получил 40. Я вся внимание. Убра, юзер. Это не баг, это фича. Нет, баг. За юнь дают 0, а 0 на 7 не дает 40. Значит, что? Правильно, баг. Значит, сколько там... Подожди, если там в 7 раз увеличивается или сколько? Шестикратное. А, так плюс 40. Там шестикратное плюс 40. То есть я 40 минимум получаю, понимаешь? Неважно, богоюзер. Я не боюсь. Где я? Вот он я. Нет, изумера чуть не отдали. Я не боюсь. Пускай он отойдет, он много раздражает. Ничего не видишь, происходит. И держи дистанцию. Ты старейший набер. Оба, у нас минус и розовый. Каким образом я? Ну, ты стоял, бил, он тебе бил пальцо, потом топнул, ты умер. А у меня, здрасте, у меня было почти фул хп. Не трогай хиллера, не трогай хиллера. Раз ударил, два ударил, три. Зараза. Осталось 3 здоровья, и к нему он топнул. У нас, короче, Зарти, он кидает щиток, из-за которого не могут пробить. Он сейчас засейвил так хиллера. Ну и я немного своей тучкой засейвил. Чутка. Так, заинкомили, нормально. Так как я минус, значит я не получу ни опыта, ни балла. Да нет, получишь просто меньше. Вот он ты делал. Эй, меньше. Кто добил? Сколько же него дают? Я не знаю, я вроде... хотел уточнить. Ничего не дают же вроде. Не, он ничего не дает вроде. 800 плюс 8 сотов, нормально. Мое ожидание завершилось. Так, медасик. Все, ультрамедасик есть. Сейчас масочку так, купить, сейчас. И можно вообще жить. На вампирик. Блин, 14 монет не хватает. Ухожу в тень. Все, я ушел туда. А как? Не надо, не нервничай. Я там буду один. Так зачем я пошел? Хиллер. Сункун, захили дедов, пожалуйста. Сила. За каждого убитого противника герой получает 2 силы, максимум 50, время 10, 35, и будет... Такова воля богини. Непонятно, это навсегда работает или нет, но я это соберу. Топор? Все, как я, иди вправо. Топор я уже собрал, я просто не могу понять, он работает. Да зачем налево пошел, я успокоюсь. Я, кстати, играю на ловкача впервые в этой карте. Это железнание, клинок ловкости, браслеты мужества, две сферы, пояс. Такова воля богини. Пояс, сфера... А как его? Она уже началась. Да я иду туда, успокойся. Все, парни, я одного убил, пойду куплю себе. Да иди лучше это вправо, тебя пикают. Да говорю, уйди ты, что ты, блин. Окей. Я уже сам сказал, что я встану на лайн, что ты. Воистину. Молитесь на рассвет. Я не боюсь. Мое ожидание. Помогаю, парни, помогаю нормально. Я не боюсь. Нормально. Тебе. Хорошо. Убивай жука. Оп, жука убили, нормально. Так, ульта. Лун чакрам поражает в 2 раза больше дополнительной цели, увеличивает силу атаки лейна. Затраты маны, перезарядка. Ага, дедас есть. Утонуть. Сделать так, все, поехали. Деды погибают. Изи не почувствовал. Блин, я вообще под ульту ультра сильный. Это еще сейчас ультра ночь моя. Такова воля богини. Ты что, 6 уровня? Все, снова день. Да, я 6. Так у меня, потому что есть медасик, конечно, я 6. Я левел-то побыстрее вашего получаю.
Ты ульту не туда за арте слил. Надо ждать третью волну. Она самая сильная, самая такая. Не на команду играет, не на команду. Кто? Ты. Не на команду. Мидас вообще-то на команду. Я получаю опыт, значит, я буду более сильным, и значит, на всю команду плюсик. Нифига не команда, это не команда. Пацаны, не на команду играет, пацаны, не на команду. Оставьте одного деда, оставьте одного деда, парни. Одного деда оставьте. Вот пускай эти трое пока живут, я сейчас за мидашу. Давайте отходить по чуть-чуть, чтобы не убить их нечаянно. Сейчас за мидаш уже, вот мидасик. Вот, давайте я одного мидашу, остальных съедайте. Все, ешьте сами. Ешь. Вам оставляю деда. Дед для вас, парни. Добивайте. Эх, напор плохой. Так, мы по чуть-чуть убиваем. Надо что-то сделать мне. Катана, что у нас ловкости дает, а лук тоже ловкости. Тербосс, я понял. Так. Сделаем пока кинжал. Начинаем чакру. Парни, помогаю. Нукун. А чё, это юзабельный чакру, мы чё? Кого? Чакру мы юзабельный, это как? Бывает так. Чё-то я не так. Но чё-то герой наносит дополнительный урон, так. Получает возможность поражать сразу несколько противников в одним броском чакрам, который постоянно скакивает от врагов. Так, на 8 секунд, обалдеть. Пацаны, тут босс идет. Мы убили своего. О, кому помочь? Иду. А хил у вас стоит? Хил у вас? Нет. Нет. Эх, хил не у вас, жаль. Мне давай. Сейчас, подожди, я замедашу жука и убиваем его. Так. Молитесь на рассвет, я не боюсь. Проблема в том, что у меня ман нету. Да, у меня урон есть, нормально. Урон-то у меня тоже был, я плохо по этому снес. А потом у меня ман кончилась. Воля богини. Я не боюсь. Какой-то разбийник добил его. Какой-то разбийник. А, это ты, ну я понял. Да я не специально, что ты. Ну да, ты не специально. Да герой такой, ну что ты начинаешь? Ну да. У тебя вообще 217 убийств, ты второй по убийствам идешь. Не тебе жаловаться. Ну да. Все так. Так, катана. Рассекающий удар, пассивный, 25% шанс при атаке нанести 2x, нужно плюс 40. Ты собирал лук? Да, он оказывается для дальников. А вы типа так непонятно, что лук скорее всего на дальников. Хотя, ладно. Однажды я вставал на эти грабли. Я помню. Так, если врагами 50% шанс, так, замедлить скорость перемещения 30% и атаки на 60 цели на 3 секунды. А, ой. Сейчас еще и в дуэль помирать, ура. Ой. Я против Зарт. Я вообще не хочу против этого. А. Зарт, конь. У меня ульта КД. Вообще не классно. Дерись давай, дерись честно. Ухожу в тень. Ты будешь уровнем. Ну ладно, ты побегу, я побегаю. Давай, хорошо. Как скажешь. Бегаешь, ладно, под ударами его бегаете. Странно такой все. Бегает под моими ударами. Неплохо. Хиллер, на самом деле, хиллер очень сильный. Типа, на арене хиллер там может вообще прям уничтожить. Я не понял тактики Влада, правда? Ну подожди, да стой, Зарти, ну Зарти. Ну была убегай. Ночь, поэтому я был сильнее немножко. И у меня ульты, к сожалению, был, я бы еще сильнее был. Сейчас, качнусь и... Ну потом да, потом тебя вообще фиг убить будет, конечно. Так нет, Сункун имба на арене, у него первый скилл это жесть полная. Если он максил первый скилл, то ты его никогда не убьешь. А вот он тебя точно убьет. Ну пока он не умирает. Откуда? Почему Орхиолог такой реген жесткий? На нем даже никакие бафы не висят. У него меда, сундук с золотом. Не-не, а где бафку? Это ли у тебя какая-то пассивка, сам, что это такое у тебя хил? Реально, кстати, у него и герой, видимо, такой. Потому что у него ни одной вещи нет на хил. Так я там говорю, типа, у него вещи нет на реген. Типа, бафленьки не висят, но реген так, как будто что-то есть. Просто сыграть, я не знаю, в камень, ножницы, бумага. А, ну или
Цункун все-таки проигрывает, непонятно. Можете, да, камень наш бумага, кто из вас отдастся, чтобы хотя бы кому-то, кстати, деньги пошли? Не-не, Цункун проиграет. А, у него мана все. Да, потому что он, как и вы, собирал Мидас, и по итогу у него маны нет. Так у них у обоих Мидасы. Смотри, у них вообще сборки одинаковые. Но если они сейчас не будут юзать, конечно, банки, то... А, понял. Цункун играет плюс. Я вспомнил, что Цункун на это. Он играет этими пилками. Как слабак. Зарс тоже пытался. Если что, если вы проиграете, никто из вас ничего не получит. Да, а вот хилки вам никто не вернет. Вы лучше на КМН сбросьтесь, кто выиграет. Хотя бы кто-то что-то получит. Причем быстрее делайте. Или что-нибудь, как-нибудь. О, давай, хильс, конечно. Давай, камни, ножницы, бумага. Раз, два, три. Успеет, не успеет, фиг знает. Нет, он 4 хилки завязал. Ля руина Цункун, 4 хилки юзает. Ну и чё, в итоге никто ничего не получит. Цункун, вот, ты, конечно, гений. Вот ты сейчас нифига не сделал. Ты потратил свои деньги и не дал получить союзнику деньги. А всё ради чего? Ради того, чтобы ты просто не умер? Что? Ухожу в тень. Оно того не стоило. Катана. Ой, боевое мастерство активно. На 8 секунд герой получает 7% бутылки ловкости и 20% шанс за убийство врага навсегда приобрести одну ловкость. О, вот мне нравится. Я вор. Мы знаем. Я шел и украл случайно чьё-то этот зелье хила. А мы знаем, что это вор, шо ты. Сабля пирата. Герой получает ловкость на 7 секунд. Угу. Саблю пирата. Вот эти вот, да? Мне нужны все. Угу. Ну давай. Топор демона еще нужен. Топор демона нужен. Достать мужество. Остальное секира. 1700. Вот этот вот. Меч ловкости пока возьмем. Все, поехали убивать парня. Волна четвертая. А что за волна будет? Какая волна сейчас будет? Кто там? Нафиг знает. Сейчас узнаем. Ухожу в тень. Туру-туру-туру-туру. Почему Зарти не умирает? Ну, Зарти какой-то щит юзает, я видел. У него и щиток, и его археолог хилит. А, я не боюсь. Ну ладно, приемлемо. А, пауки. Угу. Ухожу в тень. Ну давай драться, я типа сильный. Меч ловкости увидел, да я понимаю. Не посылать так. Ну не для арены, Зарц, не для арены. Чё не для арены? Ну он пишет, типа, зачем банки тогда? Ну не, банки точно не для арены. Понимаешь, он тратит ресурсы команды, которые у нас как минимум ограничены. То есть мы больше этого получить не можем. А он их тратит просто вот, ну, в никуда. Вот что-то больно. Я что-то ультанул, а в итоге ульта как бы, ну, не пригодилась. Это все слабые. Ладно, на лиг боссу от КДшцы моя ульта. Такова воля богини. Да можем отойти вот сюда поближе, парни. О, сейчас ночь как раз будет идеально. Просто. Ага, там нас кого-то снесли. Я иду, парни. Можешь не терпеть, Цункун. Я иду помогать. Не надо. Назад иди отсюда. Ну вы ж слабые. Да, да. Ну я ж видел. Ну а я сегодня так вышла сильный, ну что, что нам тайку таить? Сейчас проверим, кто у нас слабый. Так, скорпиончиков бы нам оставить, конечно, парочку было прикольно. А я умер. Все, понял, убили. Я иду помогать. Нет, отдай дедов. Не отдам дедов. Скорпионы? Надо их съесть. Съесть надо. Успокойся, я резу встречу, они убьют деда. Я хочу съесть одного скорпиона. Оп, съел. Все, замедасил. Ну ты воскресаешь, нет? Там долго держать их? Я уже давно вас съел. Ну так иди, убивай. Так я справа дедов дефую. Ага, понял. Так. Чего вас тут стражи наших бьют?
Антон, откил сразу одного. Я не боюсь. Мое ожидание завершилось. Все, я пошел. Или нет, я сейчас Акаки помогу убить босса. Ухожу. Уж чувствую, что ему пригодится помощь. Добить имеешь в виду? Могу и добить. Ну, ты и так добиваешь постоянно. Да, ну неправда. Сункун. Сункун, я думал, хильнешь. Угу, у нас еще и справа проблема, значит, не зря я здесь остался. Где я стою вообще? Вот он я. Такова воля богини. Уйди от босса, я его сам убью. Уйди от него, уйди. Я своего вообще-то так-то не убивал сейчас. Я пришел сюда вам помогать. А я вообще умер. Киллеры, ё-моё. Иди. А, меня ждут, что ли? Фига, меня там ждут, чтобы моего босса убить. Парни, я тут им помогаю в центре. Я не знаю, как хотите. Либо можете убить без меня, наверное. Я и так перефармливаю вроде. Если вы справляетесь, убивайте. А, у нас дедов бьют. Да, 4 деда осталось. Понятно, опять мой лайт должен всех дефать, всех спасать. Слабаки. Богиня, наставь меня в пути, молитесь на рассвет. Такова воля богини. Что ж, дорогие друзья, на этом данный видеоролик пошел к концу. А если вы хотите увидеть продолжение, как мы дефали все лайны, то напишите свой король с комментарием, он поможет выйти в следующем видеоролику. С вами был Алекс Бонд. Всем удачи, всем пока. И до новых встреч. Чао.